Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем играть в Субнавтику, продолжаем исследовать, продолжаем добывать нужные нам чертежи. Как вы помните, с прошлой части мы с вами посетили обломки, довольно-таки богатые. Вот, у нас появились чертежи, в частности, пропульсионной пушки. Дальше уже забыл. Стазис-винтовка, кажется, да? Ну-ка, да-да-да, стазис-винтовка, вот. Так, ну и хотелось бы мне попасть на Аврору для того, чтобы устранить источники радиации. Дело в том, что игра постоянно обновляется, вы знаете. Ну и плавая вот в этом вот ребризере, радиация на нас, конечно, действует, когда мы приближаемся близко к Авроре. Вот, поэтому этот шлем я сниму. Так, где у нас в инструментах, кажется. Вот, антирадиационный шлем я возьму. Так, а этот шлем я туда положу. Так, ну и, собственно говоря, одеваем тогда антирадиационный шлем. Так, есть. Баллоны большой емкости и морской глайдер мы также возьмем, пожалуй, но сложим их в грузовой отсек мотылька, скорее всего. А теперь я бы хотел изготовить пропульсионную пушку. Для нее нам нужно. Так, ну титан есть у нас. Батарейку найдем. Расширенный комплект проводов. Так, для него нам нужно 2 золота, компьютерный чип. Для компьютерного чипа нужно образец коралловой плиты, кварц и серебряная руда. Так, что у нас тут имеется? Так, кварц имеется. Образец коралловой плиты не имеется. Так, хорошо. Хорошо, значит, поплывем за ним. Благо, у нас тут недалеко это все дело растет. Перетащил я ящички сюда вот, к нашей базе. Вот в один из них положил изготовитель. Мне, кстати, в комментариях написали, почему здесь у нас аптечки появлялись. Дело в том, что когда мы берем аптечку, инвентарь полный, ее выкидывает наружу. Вот. Ну и перетащил грависферу. Видите, как эффективно она работает. Аквариум уже забитый у нас. В инвентаре у меня вон еще 3 пескуна. Теперь ловля рыбы не представляет никаких трудностей. Но мы это все дело, как говорится, поймаем и поместим. Сделаем где-нибудь большой аквариум. Так, так, так. Чё я плыл-то? А, образец коралловой плиты. Так, ножик. Термоклиночек наш. Вот эти вот висячие. Будем убирать отсюда. Так, 2 штуки нам нужно, да? Так, взял я ее, не взял? Нет, не взял. Где-то она валяется, вот она. Так, убирай. Колющее, режущее. Будем сейчас изготавливать мы компьютерный чип. Так. Все у нас есть. Погнали. Так. Теперь золото. Еще одно нужно нам взять. Золото у нас тоже имеется. Где-то посредине лета. Так, стоп. Медную руду выложим. Нет, шкафчик я хочу открыть. Медную руду выложим. Титан. Нет, титан нам тоже пригодится. Так, золото одно. Так, нам нужно еще одно. Так, берем. Так. Расширенный комплект проводов. Имеем. Так, далее. Батарейку. Ну, конечно же. Конечно же, батарейку. Как без нее? И... Ух ты, и стазис-винтовку можно сделать. Но для начала пропульсионную пушку все-таки.
Так, хорошо. На пятом слоте у нас. Так, убери пока. Пока убери, конечно же. Так, может стазис винтовку сразу сделать, а? Так, у нас еще есть серебряная руда. Так, здесь у нас пока что нету. А вот здесь должна быть. Так, так, так. Литий нет, не здесь. Значит, здесь. Так, вот она, серебряная руда. Так, тогда нам нужно еще один, еще два, точнее, образца коралла. Так, титанчик. Два образца коралла. Рубанем еще один, здесь висячий был. Так, ножик. Взяли. Так, ну давайте еще найдем. Так, а что их искать? Вот они, собственно говоря, растут. Этого добра здесь у нас хватает. Эй! Так, убирай. И погнали. Так. Кварц, кварц, конечно же. Невозможно запомнить все ингредиенты, которые нужны для того или иного. Оборудование. Так, делаем компьютерный чип. Так, теперь. Два золота. Золото, благо, есть у нас. Так. Расширенный комплект проводов. Так, и, собственно говоря, батарейку. Отсюда заберем. Заряжены. Как раз можно было и не заряженную, ну да ладно. Так, стазис винтовка. Замораживатель, то бишь. Так, есть. Нет, не надо. Так, так, так. Давайте проверяем еще раз, что нам нужно с собой взять. Так, фонарик может понадобиться. Сканер должен, а резак обязательно. Сварщик. Что в случае, если будущее начнет казаться вам безнадежным? Вспомните. Ну да, это я читал уже. Так, нож обязательно. Так, глайдер и баллоны, как я говорил, мы положим в грузовой отсек мотылька. Так, нам необходимо будет огнетушители взять. Я помню, там очень много пожаров у нас на Авроре. Все это дело надо, конечно же, будет тушить. Так, на 100% вот они заправлены. Так, шлем я одел тот, который нужно. Строитель нам не нужен. Так, фонарик. Ну, фонарик пусть будет. Так, еще бы взять батареек, энергоячеек. Так. Ну, штуки 4 батарейки. И хотя бы одну энергоячейку про запас. Так. Все. Я думаю, все. Так, это мы пока... Этот глубинный гриб пока сюда выложим. Тот ящик уже забитый, поэтому я уже сюда органику начал пихать. Так, да. Так, а куда бы рыбку сложить? Ничего ей не будет в шкафу, а? Как вы думаете? Живая? Ну, как будто в тряпочке лежит. Так, все вроде. Вроде все. Так, нужно покушать, попить. Так, бутылка с водой у нас имеется. Так, выпиваем. Так, поедаем. Так, еще одну бутылочку с водой, пожалуй, возьмем с собой про запас. Мало ли что. Да даже парочку. Даже парочку положим их. Одну положим в мотылек. Так, погнали. Вроде как... Опаньки. Опаньки. Апатуленьки. Так, реактор нужно заправить. Иначе мы вернемся разряженные. У нас сразу же база
скажет нам до свидания. Так, нет, не сюда. Что ж я путаюсь-то, да? Вот эти вот семена. Так, не знаю, вот пыльцу, не пыльцу. Так, яйцо существа можно взять. Семя синей пальмы. Но этим можно будет аквариум украсить. Так, так, так. Ладно. Рыбу не хотелось бы туда пихать. Сейчас запихаем. Нам опять будет надпись, наверное, мельтешить. Нельзя вытащить ничего. Ниоткуда. Так, ну, надолго этого, конечно же, не хватит. К сожалению. Нет, смотри-ка, надпись не мельтешит. Все, погнали на Аврору. Солнце садится. Ну, зашибись. Как раз вовремя. Так, и хотелось бы мне радиомаяк бы еще, наверное, сделать, взять, чтобы место высадки отметить. Там не везде можно высадиться. Поэтому лучше, конечно же, сделать радиомаяк. Тем более, все равно ночь наступает. Так, где у нас? Медная проволока, титан. Так, медная проволока. Это нам нужно 2 единицы медной руды. Так, медная проволока. Так, и титан сразу же не взял, конечно, да? Конечно, не взял. А зачем, действительно? Зачем загружать себя, загромождать? Проще второй раз же сбегать. Так, радиомаяк. Пу, вроде все. Вроде все. Погнали. Погнали. Так, нет, не все, друзья. Я бы хотел сделать защиту отпугивающую, как мне писали в комментариях. У нас здесь что стоит? Усиление корпуса, 2 грузовых отсека и компенсатор давления. Вот вместо грузового отсека я бы хотел сделать периметральная защита, кажется, она так называется, нет? Так, модули мотылька. Да, полианилин нужен. Так, а его, чтобы сделать... А его, чтобы сделать нам... Он есть вообще здесь? О! Золото и соляная кислота. Так, ну золото есть. Как сделать нам соляную кислоту? Глубинный гриб и кристалл соли. Вот он, для чего нам нужен глубинный гриб. Так, 3 штуки и кристалл соли. Не влазит, да? Не влазит. Так, так, радиомаяк пока скинем. Кристалл соли. Делаем. Делаем, делаем соляную кислоту. Она еще даже не обозначена никак. Так, и золото. Золото. Так. Полианилин. Все, изготавливаем. Отлично. Так, забираем радиомаяк. Так, кристалл Настурана, это для ядерного реактора нужно будет, да? Все. Погнали. Так, вот оно. Изготавливаем. Есть такое дело. Так, где он у нас? С той стороны. Так, многие, конечно же, ждут, когда я буду делать циклопа. Но циклопа я, наверное, буду делать попозже все-таки. Так, снимаем 1 грузовой и ставим периметральную защиту. Так, как ей пользоваться, я пока не знаю. Ну, на месте, я думаю, мы разберемся. Так, давайте в оставшийся грузовой отсек теперь
Так, здесь бы вот ящичек тоже не кисло было сделать. В оставшийся грузовой отсек. Ну, открывай уже. Так, мы сложим, значит, глайдер. Мы сложим. А что, не вылазит? Да ладно. Большие теперь уже не влазят. Хе-хе, весело. Весело, ладно. Модуль хранилища. Что нам еще не сильно понадобится? Так, энергоячейка. Батарейки пускай будут. Так, баллоны высокой емкости. Тогда я, наверное, парочку оставлю все-таки на базе. Оставлю все-таки на базе. В оборудование их скину. Так, раз, два. Вот так вот. Ну и вроде как все. Так, ножик, сканер, огнетушители, резак, батарейки, пропульсионная пушка, стазис-винтовка, баллон высокой емкости. Так, еще раз кушаем теперь. Подкрепляемся. Вот так вот. Так, бутылка с водой у нас. Даже две. Ладно. Пускай будут. Вот уже и светает. Как раз. Как раз это очень хорошо. Так, погнали. Да-да, и вам не хворать. Состояние 100. Так. Защитой. Как же защитой-то пользоваться, а? Ага. Вот оно что. Все понятно. На кнопочку 2 мы включаем ее. Но энергия она потребляет, да? И левой кнопкой мыши потом ее можем использовать. Ну пусть будет включена. Мы же сейчас поплывем к Авроре. А там у нас левиафанчики. Может, сразу испытаем на нем, на одном. Хотя лучше, наверное, с ним не сталкиваться. Ну да ладно. Так, игруха. Давай, прогружайся. О, спинарифчик. На спинарифа действует, нет? Вот чудо тоже. Он здесь не один, смотрите их сколько здесь плавает, ёлы-палы. Так, где у нас Авророчка? Вот она. Так, ладно. Перевернутая капсула, мы ее уже, кажется, видели. Вон он. Рев его. Левушка. О! Ага! Хапнул! Хе-хе-хе! Хапнул, дорогой! Чуток повредил, но. Как было правильно сказано в комментариях, отвалил. Отвалил сразу же. Хорошая штука, блин. Хорошая штука. Так, нам сюда, кажется. Или не сюда? Так, ну проплываем в любом случае. Так, радиация на нас не действует, так как у нас антирадиационный шлем. Так, вот здесь где-то, кажется, у нас вход на Аврору. Так. Свет не включаем. Так. Вылазим. Вылазим. Так, и мне нужно. Мне нужно радиомаяк. На кнопочку 2 назначить. Так, и, наверное, сразу же его тут оставляем.
Так, где он? Вот он. Взять радиомаяк. Нет, я не хочу его брать. Я хочу изменить название. Редактировать название радиомаяка. Так, напишем, что это у нас Аврора. Так, есть. Так, берем сразу же в руки пропульсионную пушку. Так, стоп. А давайте-ка на двоечку назначим мы теперь стазис-винтовку. Почему нет? Сразу испытаем ее. Здесь крабики, насколько я знаю, ерзают. Ну все, рассмотрел уже. Давай. Какая музыка. Эпично интересная. Так, ну-ка. Или это все ему до барабана? Так, ну-ка, так. Хе-хе-хе. Так, где ты? Где ты, зараза? Свали. Свали отсюда. Вот так вот. Блин, аптечки не взял, кажется, да? Конечно. Вот вспоминаешь вечно... Лети отсюда. Вспоминаешь вечно тогда, когда уже поздно что-либо вспоминать. Из ящиков мы здесь, по-моему, все собрали. Да, здесь все пусто уже давным-давно. Так, может, в каком-то ящике и осталась у нас аптечка. Хотя, смотрите, вроде здоровье само как-то поправляется, нет? Так, нет, ничего здесь нету. Так, сварщик у нас имеется, да, кажется? Да, сварщик. Он теперь ремонтный инструмент называется, во как. Но обновляется игра, обновляются... И перевод получается. Так. Угу. Так, вот еще один красавец. Сейчас мы с тобой разберемся. Пусто. Так, канай отсюда. Как мне нравится ими пуляться. Это просто ужас. Так, а зачем я их закрываю? Вот пустые, пускай, наверное, будут открытые. Я так думаю. Пусть они будут открытые. Так. Что это шипит? Это шипит у нас огонек. Так, нифига. Нифигашеньки нету. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо меня прижучивать. Так, тут у нас что? Пусто. Ну, блин, все собрал. Вот мародер. Так, вон она дорожка. Лунная дорожка блистает серебром. Так, ну здесь вот уже догадался открытыми оставлять, конечно же, ящики. Это хорошо. Так, капнуло на нас. Эх, все забрал. Показалось, энергоячейка лежит или батарейка. Тоже нифига нету. Так, ну и огонь вроде который потушенный, он у нас уже потушенный, да? Так, шлюзы. Ну, это понятно. Так, давайте, наверное, вооружимся огнетушителем, может. На кнопочку 2 огнетушитель назначим. Так. Здесь-то у нас крабиков уже нету. Так, грузовой отсек 3, администрация. Так, сканер, это что такое? Фрагмент пропульсионной пушки. КПКшечка. Инженерный дрон Авроры, журнал пользователя. Интересно. Системы работают. Так, ну это я потом почитаю.
Это я потом почитаю, в принципе. База данных. 4 общедоступные документы. Это формы жизни. Так, техническое мне интересно, что там у нас техническое. А, снаряжение. Снаряжение. Антирадиационный. Да, это все понятно. Так, администрация. Ну, давайте пройдем к администрации. Я уже не помню, где мы были в прошлый раз. По-моему, по каютам просто лазили. Что это? Батареечка. Хорошо. В администрацию пройти, в принципе, можно. Так, не надо гореть. Ёлы-палы. Еще одна КПКшка лежит. Так, ну хватит. Огнетушитель использовать. Важные вещи в жизни. Давайте посмотрим, что за важные вещи в жизни. Так. Вступление. Вот, важные вещи в жизни. Общедоступные документы. Разборки, видать, чьи-то. Или же... Так, это что? Внутри батарейка, нет? Не могу взять. Ладно. Урну можно было просканировать, да? О, постер. Украсим базу. Так, здесь ничего. Вроде как ничего. Да вылазь ты, куда ж ты в пламя-то? Лезешь, вот бестолочь. Терминал базы данных. О, еще запись в энциклопедии. Аврора. Альтера запускает Аврору. Но это нам, наверное, предысторию все рассказывают. Так. Так, здесь больше нет ничегошеньки. Так, ладно. Идем дальше. Смотрите, эффектов добавили. Вот эту пылищу, по-моему, ее раньше не было. Так, нам в грузовой отсек желательно бы. Хорошо бы. И вот сюда мы в прошлый раз не смогли попасть. А в прошлый раз мы в каюты, да, кажется? Где-то там гуляли. Так, ладно. Не будем разглагольствовать. Давайте все это дело убирать. Так, здесь что у нас? Батарея. Хорошо. Не вопрос. Батарея. Берем. Так, еще есть ящички? Больше нету ящичков. Так. Отлично. Как ей прекрасно разбирать завалы. Это просто обалденно. Так, ну энергия у нее тратится довольно-таки резво, да? Так, давай, елки-палки, прыгай. Ну что ж ты делаешь-то, а? Прыгай, говорю. Так, вот сюда мы с вами еще не попадали. Сюда мы еще с вами не попадали. Так, а это что, не запечатанная дверь? Нужно код... Так, ну я, по-моему, один код знаю только. 1454. Да ладно. Круто. Круто, 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 друзья. Что это? Питательный батончик не помешает. Так, что мы имеем здесь? Так, давайте сканер, что ли, возьмем пока. У нас что тут? Водичка. Эй! Обжегся, что ли? Ёлы-палы. Так, неужели нигде аптечек больше не осталось? Да что такое?
Не то я все делаю. Так, давайте водички хапнем. Батончик пока жрать не будем. Так, возьмем сканер. Так, нет, здесь ничего больше. Так, хорошо. Так, это уже все хозяйство отсканировано. О, погрузчик. Вот прям перешагнуть не можешь, а? Еще питательный батончик. Но это вещь такая. Отнюдь не мешающая. Так, что у нас тут? Где-то что-то, может быть, в контейнере имеется, а? Ребятушки. Так, тут ничего. Солнце садится. Ну, дай бог с ним. Ой, обжегся. Ёлы-палы. Как же я аптечек, друзья, не взял, а? Так же и сдохнуть можно. Нечаянно. Так, еще ниже нас хотят отправить. Еще водичка. Нас хотят отправить еще ниже. Хорошо. Не вопрос. Еще водичка? Ну, прям напои меня водой моей любви. О! А потом мы сможем отсюда выбраться? Прыгнуть-то я прыгну. Так, да, вполне. О, присоска. Нехорошая штука. Давайте ее засканируем. Не далась. Не далась. Да что ж такое? Да хватит меня это самое. Блин, не хотелось бы сдохнуть, ребята. Не хотелось бы сдохнуть. Давайте я все-таки сплаваю сейчас на базу за аптечками. Вот. И потом приплыву назад. Мы с вами увидимся. Иначе я сейчас просто-напросто подохну здесь без аптечек. Так, ну что ж, побывал я на базе. Вот, взял аптечек, но нифига не пожрал, не попил. В принципе, ничего, у нас есть два энергетических батончика. Вот у нас есть водичка, которой здесь не так уж и мало. Так, ну и аптечек я 5 штук про запас взял. Не знаю, хватит этого, не хватит. Так, погнали. Так, здесь лучше сканер, наверное, взять. Может быть, какие-то штуки полезные мы надыбаем тут. Так, тут у нас что? Батарейка. Пускай будет батарейка. Так, это что, реакторная? Реакторная. В принципе, туда я и хотел попасть. Так, что это такое? Что у нас здесь? Ну дайте, дайте мне еще батарейка. Хорошо. Дали встать на ноги наконец-то. Ага, вот оно. Вот оно, друзья. Так, тушим огонечек. Да тушись ты, елки-палки. Что ты стонешь? Тушить надо. Вот так вот. Так, ну этот пусть горит, наверное. Так, вот они, друзья. Вот они, реакторы. Вот отсюда идет все зло, как говорится. Так, нам теперь нужен сварщик или ремонтный инструмент. По мне так сварщик было симпатичнее все-таки. Так, давайте брать. И давайте бегать, чинить утечки. Так, здесь мы ничего не можем. Локальная радиация на предельно допустимом уровне. Ну так мы сейчас это
Отремонтируем все, да и все. Так, оставшиеся утечки 10. Так, вот вижу одну. Так, да ладно. У меня 19%. Откуда? Аптечка. Неужели так на меня прям радиация действует? Так. Так, нужно все делать быстро, в темпе. Или вот эти вот... брызги на меня так негативно влияют. Так, вон вижу одну. Так, почему не варимся? Вот она. Плавает, красавица, блин. Так, свали. Свали. Ёлы-палы. Так, есть. Кровосос проклятый. Так, опять ты. Ну, они нам жару тут дадут, ёлы-палы. Эти кровососики. Так, вот еще. Так, вари. Опять она, ты посмотри. Преследует нас, как будто бы. Так, есть. Я с ними пропускаю количество. Сколько же нам еще осталось дырок этих найти в реакторе? Так, аптечку надо использовать. Так, вот одну вижу. Вон одну вижу. Все. Понятно. Так, варим. Пять штук еще. Все, теперь увидел. Варим. Так, 4. Так, 4, 4, 4. Не вижу. Вон она. Вон одна, вижу. Вижу, вижу, вижу. Так, и ты здесь. Уйди отсюда, уйди. Уйди, противная. Так, вари. Что ты... Во. Так, кислород, кислород, кислород. Кислород. Так, дальше. Так, три штуки, по идее, должно остаться, да? Так, вон еще одну вижу. Так, две штучки осталось. Так, вот одна. Варим. Так, еще одна. Еще одна где-то. Возможно, она даже где-то на поверхности. Так, нет? Не здесь разве? Ёлы-палы. Я надеялся, что здесь. Не видать. Пока что не видать. Так, давайте съедим, точнее выпьем бутылочку воды. А чё, я её выкинул, что ли? Вот балбес. Стой, 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 стой. Стой, говорю.
Не ту кнопку нажал. Выпьем водички, съедим батончик. Вот так вот. Так, ну где же та? Еще одна. No signal. Так, ну здесь нету, значит, да? И здесь, значит, нету. Ладно, пошли под воду опять. Да, вот здесь бы глайдер, конечно, понадобился. Но с другой стороны... Так. Буду каждый вот так вот оплывать. И смотреть. Где мы с вами что пропустили? Точнее, где я что пропустил? Так, здесь... Здесь нормально. Так, смотрим тут. Она может быть где-то у самого дна, может где-то... Вон она. Вон она, вон она. Все. Сейчас устраним все это хозяйство. Так. Ну, вари, родной, вари. Горшочек, вари. Все, пробоины заделаны. Уровень радиации снижается. Отлично. Это радует. Так, куда нам нужно всплыть? Что-то там трындит, как будто я понимаю, что ты там базаришь. Так, нет, наверное, все-таки там нужно вылазить. Да что ж тебя, зараза такая. Так. Да, вот здесь вот лучше вылезти. Так, ну с одной бедой вроде как справились, да? С одной бедой вроде справились. А вылез я не здесь, да? Здесь мне толку мало от того, что я вылез. Мне надо вон там было вылезти. Ладно. Все, отлично. Ух ты, огнетушитель. Берем, конечно же. Конечно же, берем. Так, с реакторным отсеком вроде как все. Так, ну пошли. Пошли в грузовой или... Какой там отсек? Так, реакторная. Так, мы откуда вообще пришли? Оттуда или оттуда? Так, ага, вот отсюда, кажется, мы спрыгнули, да? Ну-ка. Да. Отсюда мы спрыгнули. Так, вспоминаем теперь. Куда нам дальше плыть? Так, ну тут непонятно пока. Так, вон туда была реакторная, да, кажется? Или вот сюда? Нет, вот она реакторная. Значит, нам назад. И вот к этой двери. И вот к этой двери. Запечатанная дверь, хорошо. Не вопрос. Резак на троечку. Эх, батареечка села. Не беда. Есть такое дело. Так, что у нас тут имеется? У нас тут имеется КПКшка еще одна. Так, второстепенные миссии, задачи. Так, кушетки. Так, здесь что-то есть, нет?
Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Так. Аптечка. Хорошая вещь. Батарейка. Энергоячейка или батарейка? Батарейка. Так. Ага, здесь мы... Нет, смотрите, хапнули вроде воздуху. Вроде воздуху хапнули. Так, ну здесь я больше ничего не вижу, друзья. Отсек креветок. Да-да-да-да, хочу. Хочу, аж хочу. Так, отсек креветок, хорошо. Так, огнетушитель. Тушим. Так, здесь нам надо починить. Окей, где наш сварщик? Сварщик, я сказал. Так, есть. Открываем. О, да, ребята. Это то, что нужно. Так, аптечку. Есть. Водичку пока не буду использовать. Так, 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 так. Сканер. Сканер, сканер, сканер. Или пропульсионку. Да нет, вон те мы навряд ли сдвинем. Так, упти. Нет, нет, не берутся они. Не берутся, не берутся. Так. Отсюда достанем. Да. Вполне. Есть. 3 из 4. И... Круто. Чертеж креветки мы с вами, друзья, разблокировали. Так, это что у нас? Фрагменты? Нет? Невозможно, да? Так, ну что ж ты, блин, лезгинку танцуешь, ёлки-палки? Перепрыгнуть не можешь, что ли? В самом деле. Так, что-то здесь мелькнуло только что. Или мне показалось? Так, еще один фрагмент. Ну ладно. Титан. Титан вещь нужная. Именно за ним я, ёлы-палы, ехал на Аврору. Так. Ладно, мне теперь вот туда бы попасть. Так, а почему ты... Вот этот, что ли? Хорошо. Не вопрос. Вот этот? Давайте этот. Сколько она энергии жрет, однако, а? Ну, надо думать. Такие вещи подымать. Так... Хорошо. Сюда мы попали. Жилые каюты. Вон а как. Вон а как, вон а как. Так, ну давайте уберем это все хозяйство. Готовы к изучению. Барный стол. Хм. Нужен ли он нам, интересно? Так, ну пусть будет. Пусть будет. Так. Огнетушитель нам нужен, нет? Торговый автомат даже есть. Смотрите-ка, все дела.
Все дела. Так, у нас с водой напряженка, однако. Скоро начнется напряженка с водой. Так, выпиваем. Так, да что же я ее выкидываю-то все время? Вот так вот. Так, батончик еще один есть. Так, отсюда нельзя ничего взять, а? Покушать. О, аптечка. Да аптечку же я сказал, бери. Так, это что у нас? Лоточки всякие. Постер. Ну, постер, так постер, огнетушитель. Так, лабораторная стойка. Хорошо. О, КПКшечка еще одна лежит. Так, забираем. Журнал наблюдений, передний камбуз. Хорошо. Так, что тут еще можно? Дверь никак, да? Так, бутылку можно отсканировать? Нет? Чтобы не скучно было нашему герою. Так, все остальное уже... уже у нас отсканировано, да? Ладно, пошли дальше. Так, закрыть? Нет, не надо закрывать. Закрывай. Да прыгай ты, елки-палки. Не надо ничего закрывать. Так, что мы имеем здесь? Так, это ничего нельзя отсканировать. Да, это что такое? Питательный батончик. Да речи нет. Какой базар-вокзал? Фильтрованная вода, конечно же. Вот оно, наше спасение. Так, еще. Еще. Все. И водой, едой мы теперь, в принципе, обеспечены. Еще питательные батончики. Ну, круто. Круто, круто, круто. Так. Инвентарь полон. Так, а что мы можем выкинуть? А мы ничего не можем выкинуть. Титан можем выкинуть, да? Вода важнее титана. Так, здесь что-нибудь есть? В контейнерах. В контейнерах нет ничего. Так, полезная комната. Так, ничего больше? Нет. Так, вон, кажется, еще водичка. Водичка же, нет? Инвентарь полон. Так, ну еще один титан выкинем, не вопрос. Оп. Так, ну что ж, друзья, на этом, наверное, мы на сегодня закончим. Вот, далее мы продолжим уже в следующей части исследовать жилые каюты. Вот, а то серия довольно сильно затягивается. Вот, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пройдем мы в следующей части вон в те отсеки. Ну и, конечно же, в комментариях подсказывайте, может быть, я что-то делаю неправильно. Вот. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем удачи, друзья, и до следующей серии. Всем всего.